Эта энергия текла через Анкарию с незапамятных времен. Из этой мистической силы возникла вся жизнь. Из нее брала начало магия и зарождался разум. Шли долгие столетия, и за судьбой мира неусыпно следили мудрые серафимы. Эти небесные создания решили поделиться своими знаниями о магических секретах энергии с могучими высшими эльфами. Увы, власть порождает страх, зависть и ненависть. Опасная энергия стала предметом жарких споров. В итоге в Анкарии началась ужасная война, сеющая хаос и разрушение. Из пепла мертвых восстала еще более великая цивилизация высших эльфов, могущество которой основывалось на применении этой энергии. Война оставила Анкарии дурное наследие. Вырвавшаяся из своей ловушки Т-энергии угрожала прекрасным городам и их жителям. Кругом буйствовали отвратительные мутанты, сметающие все на своем пути. Анкарии нужны стойкость духа и сила воли, чтобы определиться с будущим. Каким будет ваш выбор? Помочь Анкарии не скатиться в пропасть хаоса или позволить ей погибнуть в огненной бездне?